Сегодня мы с вами являемся свидетелями уже традиционного чемпионата Европы по казацкому двубою. Казацкий двубей – это украинская национальная школа смешанных единоборств. Система подготовки, школа подготовки спортсменов, которая подразумевает в себе развитие спортсмена от самых простых разделов, бесконтактных, и которые в дальнейшем позволяют уже выступать по полноконтактным боям, по боям, где разрешена как ударная, так и борцовская техника, непосредственно в октагоне. Мы с вами наблюдаем несколько площадок. Бои проходят, как я уже говорил, от простого к сложному, от самых бесконтактных видов, от забавы, где выступают самые юные участники наши в возрасте 7-9 лет, юноши возраста 10-12, 13-15, юниоры 16-18, а также взрослые спортсмены. Сьогоднішній день люба людина, яка створює себе, формує себе, і потім незалежно від того, ким вона стане, юристом, буде когось виховувати, чи буде лікарем, чи неважливо. А якщо вона буде лідером, і формуючи себе з лідерської позиції через такі види спорту, як козацький двобій, це дасть потенціал і державі, і нації, і всім нам. Тому що лідерська позиція через свою сущність, своє «я» дає можливість нам розвиватись далі. Все мы, конечно, прекрасно понимаем, что проведение таких крупных международных соревнований, таких ивентов невозможно без поддержки. Естественно, без материальной поддержки, без какой-то помощи. Поэтому я от лица Украинской спортивной федерации, от лица Всемирной федерации казацкого двубоя хочу поблагодарить наших партнеров. Это генеральный партнер компания SimCord, BitBone Space. Также вы знаете, что казаки должны быть не только сильными, они должны быть еще и стильными, и всегда они были стильными. Поэтому одним из наших партнеров является официальное представительство Пьер-Карден в Украине. Также партнером является спортивный лагерь КАФА, где спортсмены, наши все бойцы проходят подготовку, учебно-тренировочные сборы. Партнерами является Слобецкое казацкое військо, которое помогает нам в организационном плане, обеспечивает охрану мероприятия. И команда, которая обеспечивает спортивным инвентарем, компания Max Mix. Компания, которая лицензирована Всемирной Федерацией и выпускает довольно-таки хорошее, качественное спортивное оборудование.